что, я в Донецке. Прям страшно выходить на улицу. Ну-ка. Паре такси надо будет. Бабам. Такси надо? Нет, не надо. Вот такой вот. Страшный мир. Всем привет. Это Бродяга Фишай. Я снимаю блог в Донецке. Выключено. Пока. Вот так, у меня взяли документы, я сказал, что я просто снимаю блог, и все отлично, я продолжаю его снимать. Туда сказали не ходить, а туда ходить. Вот, поэтому пойду пока что туда, а туда потом. В общем, что сказать, город живет своей жизнью. Здорово. А? Как дела тут? Хорошо. Очень плохо. Он мне в гусеницу палкой палкой, блин, встрельнул. Вадим, и у меня чуть гусеница не сломалась. Вадим, круто ты общаешься. Ты слушаешь, как дела, ты хочешь? Хорошо. Нет, плохо. У вас здесь бомбили, бомбы падали какие-нибудь? У меня падали во дворе. Во дворе? У Маши нет. Да, в огороде, в бабах, у соседей мне окно. Везет. У тебя скоро будет такое. А знаете, что слово «тот» означает? Нет. Смерть. И как ты отреагировал, когда у вас во дворе упало? Я смотрел мультики такой. В окно выбило. Я так... Я чуть в обморок упал. Не упал. У соседей там выбило. Бахать так, стреляли. Я такой бегать. По всему дому. В столовой, в туалете, на обратно, за компьютером. И пока, и лег спать. Красава. Вообще. Давай пятеру так держать. Мы прорвемся. Я покажу дорогу. Слушай, так а кто бомбит-то? Кто в вас стрелял? По нам. Укры. Ага, вот так. Не получится все. Не получится, я дяди прокладываю. Так вы же сами были еще год назад украми. Ну были, а укры, короче, поменяли своего президента. Хватит на моем велосипеде. Давай. И он сказал, этот Порошенко, что надо в тюрьму садить, кто на русском разговаривает. И начали бомбить. А монаши не согласились. Взяли в руки оружие и бомбили. Отстреливаются. Сейчас это невозможно. Что невозможно? Ну, невозможно их победить. Кого? Они становятся все злее и, ну, сильнее и сильнее, а наши слабее и слабее. Так говорили в новостях. Там уже сидите в магазин, господи, пойти, это у нас уже мальчики. Маша, ты в небе, пип! Солнце в небе. Железнодорожный вокзал. Скажите, пожалуйста, а туда далеко до боевых действий? А вот они, параллельно. Это тоже на цементе, это тоже... Ну, это не вчера, это раньше. А играешь? А вот это вчера. Вот вчера. Вон, заборы. Вот так вот. Вот в это время. Вот в это время. Вот это вот пролетело оттуда. Ух, там. Ну и как, вы довольны, что прилетает или нет? Да, конечно, довольны. Радости полные штаны. Это же у него с поселка спина, там ничего от дома не осталось. Радости полные штаны. Мы живем, у нас дом там, мы живем сейчас здесь. А съехали, вот ходим, блин, там, живность покормить, блин, вот, огородик, блин, там, полить, блин. Привет, а внучка, два, две квартиры снимаем. Вот это станка вылупили.
С танка? Да, там они чуть-чуть поправили там. Это танковый. Ну, танк ездит сейчас, четвертый день обстреливает. Выезжает, отстрелялся и свалил. А зачем вы так по чуть-чуть стрелять как-то? Потому что гамнюки. А вы, это называется? Это что, война? Ну, какие-то, да. Деревушку на окраине, получается, обстреливают. Какую деревушку? Это город. Мирных уже, блин, около 2000. Вы только мирного населения. Ну вот у меня подруга жены одна, вот с поселка. Вторая, прям там на поселке Шипобей, убила. Еще в октябре месяце, когда самые такие обстрелы 15-го были. Прилетел снаряд и нет человека. Полина вообще в машине загорела. А к вам когда в дом попало, что вы сделали? Спал в 10 часов вечера. Полдесятого мы разошлись. Во дворе сидели. Если бы не разошлись, вот накрыло бы нас, нам и втроем. Вот я, Славик и товарищ. Там притормаживает. Правой стороной, ага. Это как это ваша улица называется? Тратанал. Это самая первая, да, которую начали бомбить? Да. Ну, одна из первых, да. Но животные там у вас все равно живут еще? Ну, как там? Животные бомбежек не боятся? 5 котов было. Боятся. Не боятся, как. Они знают, они даже реагируют быстрее. Когда снаряд летит. Ага. Ну, это все взрывы. Они знают четко, что это летит именно оттуда. Именно оттуда. И смотришь на них. Если бежит, прячется, значит, точно он сейчас будет. И вот начинает. Вот раз тихо, вдруг. А вот ты что? И раз такой, и тут такой, ух! Вот такая заправочка. Короче, я вернулся в центр, не стал еще больше приближаться к аэропорту, к этому, потому что там стоят блокпосты, и чтобы пройти их, нужна аккредитация, разрешение на видеосъемку. Ее взять, кстати, тоже не так уж и сложно, надо просто прийти куда-то тут в областное здание, в областное управление и рассказать, кто ты, что ты. Но и туда я идти не хочу, потому что пошли они нахуй со своей войной, что одни, что вторые. Кто их на свет вообще рожал, говорю, да? Эй, педофилов кем будет? Такую машину, блядь, создали ей, блядь. Эта сучка вообще охуела, она все стала бомбить, блядь. Творю, блядь, паршивая, блядь. Создала, блядь, собак машин, блядь. Своих и любят, любим своих человек, это вообще ужас. Нахуя мне машины, блядь, ну, сдались-то, блядь. Человечина жадная, это вообще, блядь. Какая-то маньячная, трупнячная, это вообще. Нахуй меня лечить, блядь, с собой, да это вообще ужас, нам честно говорю. Педофилы, блядь, ебучие, блядь, начудили, блядь, с собой, блядь, железная шваль. Да нам честно говорю, пусть мой мир, блядь, и занюхает. Чё ты говоришь? Говорю, да, это правда. Что правда? Я говорю вам правду, честное слово. О чем? О жизни говорю. Дело в том, что да, правда. Где-то я это уже слышал. Ну да, я просто эту машину хочу затолкать, и всю человечину сюда, она не хочет. Какую машину? Полностью, весь мир, ужас. Что, какой весь мир? Да, весь мир это. Весь мир, говорю. Весь мир, говорю, это хочу затолкать сюда, под землю. Под какую землю? Ну вот где я стою. Весь мир? Да. Канализация? Да. Зачем? Просто так. А да. Ты где? Ты в школе, в садике? Еще в садике, но 6 лет.
Всем чё... пойду. И что, как там в садике? Да, хорошо. Много детей? Да. Еще чуть-чуть побольше, да. Перейду свою. А то мы ходим уже в другую группу. Наша закрылась чего-то. Потому что детей мало. Скоро 11 часов. Начало комендантского часа. Мне надо куда-то спрятаться. Крыша закрыта. Но есть дверь. Сейчас я попробую ее положить. А потом лечь на нее. Будем ее открывать. Все лучше, чем на бетоне. Поможем. Фонд Рината Ахметова. Здравствуйте. А можно вот вас спросить, как вам живется в ДНР? Ну, это в очередь всего лишь. Ну, вообще, в целом. Ну, вот прекрасно. Ну, я здесь... Второй день только, я ничего не знаю. Вы что, наблюдали, смотрели. А раньше Донецк как? Лучше было? Ну, ну понятно, раньше ж не получали у нас. Из этого отходили. Ничего не понимаю, что делать, когда эта штука звенит? И все как-то входят спокойно. Никто не спасается. Ты из Донецка сам? Да. А много молодежи уехало? Наверное. За последний год? Ну вот у тебя, например, там из друзей как-то, знаешь? Не, можно спросить еще, для кого? Камера. Для Ютуба. Я на Ютуб ролики делаю. Хорошо. Но... Ну так вот, сколько из 10? Половина, там, 5 из 10, или больше, или меньше? Думаю, половина. Хотя, может, и меньше даже. А ты чего остался? Потому что здесь мой дом, почему я остался? А чего не воюешь? Не хочу. Как почему? Не хочу, не поддерживаю, ни тех, ни тех. А чем занимаешься? Закончила техникум сегодня, диплом защитила. Поздравляю. На 5. Крутая. Ну и как с работы сейчас? Еще не спрашивала, не узнавала, не знаю. Мы идем на рынок или куда-то, бомбят, слышно. Нам уже все равно. Люди уже просто привыкли, понимаете? Наверное, потому что невозможно жить ну, долгое время с этой мыслью, что параноиком станешь. Конечно. Люди же раздраженные, это все, это же все равно, это же люди на психику все равно же давят. Здравствуйте. Скажите, а в Донецке всегда так тихо по вечерам? Не надо нас записывать. Не надо нас записывать. Окей. Не надо нас записывать. Я убрал, видишь? Что ты делаешь? Здравствуйте. У меня вот камера, можно я вас немножко спрошу? Нет, а вы сами из Донецка? Нет, я из России. А, из России? А здесь почему? Я приехал к другу, мы были вместе в Афганистане, воевали. Угу. Вот. А какое вот у вас отношение к Афгану, к той войне? В ней был смысл или она была бессмысленна? Это было 35 лет назад. Угу. Призывали, вот, когда будут призывать в армию, угу. Ты же не знаешь, какие войска ты попадешь, правильно? А это было 35 лет, тогда был коммунизм. А вот эта война вам чем-нибудь напоминает войну в Афганистане? Очень. Я спать не могу. Да? Когда я слышу Кандагар, я спать не могу. Я дал тебе слово, Кандагаре, даже никогда не заходить в тир. Потому что вообще оружие я ненавижу. Угу. Любой вид оружия. Даже дома
Я не беру нож в руки, почему бы я вилкой все разделаю, все, что мне необходимо. Потому что давай присядем, а? Я хотел бы объяснить вообще ситуацию. Вчера я был на севере Донецка, и все взрывы, все происходит там. Относительно Москвы, это как если бы в Тушино были боевые действия, ну, а люди в центре, внутри Садового кольца, до сюда война так и не дошла, и не доходит, и вряд ли дойдет. Тут все достаточно мирно, а каждый человек внутри себя решает по-своему, как относиться. В основном люди, конечно, абстрагируются, потому что невозможно жить с этими мыслями. Кого лично коснулось, те вообще на нервиках. И шоу делать из их жизни тоже не хочется. Вчера я гулял и не снял это на камеру. Но сначала я шел, и мама успокаивала парня. Парень рассказывал, как что-то его друзей расстреляли, а он остался в живых. А потом я шел возле ларька, пару таких крепких парней, так просто стояли рядом с девушкой, как будто они только что ей что-то сказали, а она прям так истерически плакала, прям на грани психоза возле ларька. Так что вот так эта война выхватывает людей по одному. Но тем не менее, жизнь продолжается. Вопрос. Да. Ощущаете войну как-нибудь? Да. Как? Кризисом. А вот взрывы, то, что... Дома слышно? Разрушаются. Ну да. Как-то неприятно. Неприятно? Да. Ну-то неправильно. Что, сами воевать пойдете? Да. А если подрастем? Да. Когда вырастете? Да. Да? Да. Так неприятно же. Не, ну защищать свою родину — это всегда приятно. Думаешь, от кого-то сейчас защищаешь родину? Ведь это страна, против которой сейчас воюет Донбасс. Она была родиной вашей еще год назад? Да, Что заставит тебя взять оружие в руки и пойти убивать? Эти тупые украинцы, они сами доведут, и пойдем воевать. Снимите уже, он сам... А я тут при чем? Я вообще, я посредник этого всего. Посредник? Это как? Не знаю, просто я. Ну а ты что думаешь? Убил бы человека? За что можно убить человека? За нам. Ну, не знаю. Не, ну в принципе они точно так же, как и мы, становимся за родину и друг друга убивают. Это не совсем правильно. Можно как-то это мирно решить. Спасибо. Место. Посредник. Что? Ты посредник между чем и чем? Я тут вообще ни при чем. Я китаец. Я китаец. Я вьетнамец. Все, Жека, ты записал? Я Мэйден Хуан, мы в Харьков подвал. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой. Что, замучили собаку? А можно мне посмотреть? А можно мне? Да ты криво держишь. Я так
А я сейчас ест камеру. Стой! А, где? Я умею так снимать. Я умею. Стой, ты. Держи. Это я просто так площадку снимаю. Да, придумай, что снимать. Ага. Меня? Вот, снимай ее, да. О. Ты модель, а ты оператор. И в красный луч смотрю глазом. Я еще не каталась. Ой, самокат сниму. Так. Мама, я... И затем и часов. Ишь, о, самокат. Я что-то вам не дам, Лёва, посмотрю. Хан, не дам тебе. Так, площадку снимаю. Не в тему. А ты на меня не снимаешь. Давай, говори что-нибудь. Я тебя люблю. Можно покататься на самокате? А ты отдашь? Отдам, конечно. Все, Артик ушел. Куда? Стой, нет. Вот туда. Мам, домой пошли. Да, меня чуть не покусал. Меня тоже. А то бы я плакала. Да. Папа, мне не сильно. Да нет, сильно, нормально. И все плохо. Да вроде всех. Пока. Все, давайте, до завтра. Встретимся, да? До вечера. Да. Завтра, говорю. Пока. Завтра поехали. Завтра сейчас. Вот. Так что мы завтра это, да. Ему завтра год? Пока. С днем рождения. Все, счастливо. До свидания. Пока. Пока.